выйти, выходим. А, значит, сейчас пока ждем сопровождения сотрудников полиции, выходим на воду с рыбоохраной. А, далее подъезжает полиция, переключаемся и уже разделяемся двумя разными группами. Пойдем в двух разных направлениях. Сегодня вниз не пустил ветер, а мы решили далеко наверх зайти. Места, конечно, красивейшие. Первый раз мы сюда заходим. Тут какая-то коряга вообще непонятная. Тут лодку, наверное, цепляют. Ведь ты спишь там же? Ты что там, уснул? Я пока. Итак, находимся в районе Муловки. По многочисленным заявкам заехали сюда. Но пока вот первая сетюха. Уже, наверное, за два часа, не за два, но час точно с кошкой ходили. Пока первая. Пошла вторая связочка, там же находимся в районе Муловки. Вторая связочка, вторая сеточка. Вон. А это тот, все там. Итак, еще одна связка. Связка или нет, пока непонятно. Еще одна сетка, ну, скорее всего, связка, потому что сеть такая же. Скорее всего, хозяин один у них. Скорее всего, он лишит сегодня всех сетей. Да, здесь, которые стоят. Семья целая, семья, короче, они. Да. Ну, карасик есть, да. Карасик есть. Мелкий, правда. Мать, ну куда ты попёрся? Сиди, сука, дома, блядь. Нет, нахуй. Пойду я, мам, там друзья, блядь. Опа. Нет, якорь, по-моему, да. Всё. Ну да, на этом пока все. Пару недель, наверное, когда, прошло. Да, когда по рыбе плавал, когда вот рыбу всплывал, я это здесь видел, даже видос вставлю. Когда ее видел, и она так стоит здесь, как я понимаю, все эти полторы недели и не снимается. Ну, вот тот же район, вот этот вот Муловский затон, видимо, здесь мы сегодня как начали работать, так здесь и закончим, потому что, ну, вот оно у нас не уже здесь брать. Битком. Там лежит, тут лежит. Я полагаю, что здесь еще где-то на выходе, вон там, вон где-то, и вон там, по идее, должны быть сетки. А дальше за ними уже промысловые зоны, туда мы не лезем. Прибыли на старое доброе место, где мы всегда все жгем. Ну, не всегда, точнее. А, достаточно часто. Тут вон сколько металлоломщиков. А это еще идет у нас от вятелей.
жестких осталось. Че, давай выгружать рыбу, че дохлая, котопес, че поживей. Я просто уж не надо, блядь, пусто, блядь. Пакет этот. Набьем, кто берет маленький. Или что? Традиции рыбку, значит, то, что мы маленечко там самых покоцанных карасей набрали, вот пакетик привезли, уже по традиции по доброй кот и пес на корм животным, находящимся в питомнике. Подписывайтесь на наш канал, делитесь видео, всем пока!